Друзья, всем привет, мы на канале «В поиске Клара Серега». Ребята, сегодня не один, со мной сегодня Алена. Всем привет! Вот такой сегодня человечек, лунтик. Ходим, ищем, что найдем. Поехали! Поехали! Кстати, его прикол, смотрите, как Алена подросла. Когда мы в последний раз ходили, мы ставили эту штучку, пимпочку, где она, пимпулька вот эта вот. На это деление, то есть находил на самом маленьком делении. То есть укорачивали металлоскатель на самую полную, а сейчас вот уже... На два деления металлоскатель пришлось удлинить, потому что по росту ей уже только так подходит. Вот так вот человек растет. Ищет давно, но не может найти. Что нашла? Нет. Папа, что за вопросы? Я откуда знаю, что я нашла? Ну это ты честно нашла? Давай другое место еще. Нет, он должен через каждый раз звонить, понимаешь? А не должно пропускать, оно должно брюм-брюм-брюм-брюм постоянно. Говори, что там? Что-то было? Нашли монетку, ребята. 1 цент нашли. Литовский. Алена нашла. Молодец. Вот такую вот монетку нашла Алена. 1 центик литовский. Молодец. Уже что-то, уже результат. Ну-ка покажись, ребята. Герой сегодняшнего дня. Лунтик, который недавно родился. Ну рассказывай, что нашла. Знаешь ты, я откуда знаю. Ну так покажи сигнал хотя бы. То есть сигнал идет тебе, да? Да. Да, я проверю пин-код. Кто так тыкает? Ты? Только что там вот так вот в землю роем. Я как тыкаю сюда хорошо, у меня очень профессионализм, у меня уже навык просто огромный. О, видишь, как ты хорошо? Да стой, я лопату принесу. Подожди. Отпусти ты мне эту веревочку. Да, я закопану. Я! На, подержи пинпоинтер. Ты будешь искать пинпоинтер, и меня копать. Какашечка. Ага. Дай папа пинам проверить сейчас. А вот этот инструмент зачем? Пальцев уберет. Союз нерушимый республик свободных. Сплотила навеки великая Русь, Алена. Это знать надо. Что ты делаешь? Ты там кашу варишь, что ли? Вот сигнал, смотри. Это я был у меня. Вот. Во. Пошли, убери. Кыш! Блин. Это мой сигнал был вообще. Есть там все. Это мой аппарат. Что ты взяла мой аппарат? Вообще уже, что ли? Аленчик. Куда тебе вообще не по росту? Как сказать, вспомнить прошлое. Смотри, как профессионалы ищут. О, смотри, пожалуйста. Папа, ты что взял? Я бы нашла. Алена недовольна, что я нашел колечко, она хотела его найти сама. Ну так видишь, Алена, у меня просто уже глаз наметан, я специалист. И поэтому... Я... Зачем ты колечко выбросила? И теперь ищи его. Вот. Но я ж не вина, что мне попалось, Алена. Ай, что ж такое, что ж за ребенок? Ну сейчас ты тоже что-нибудь найдешь, ё-мо, что ты это сама расстраиваешься? Алёнчик! Сейчас ты тоже что-нибудь найдешь. То есть мои слезы льются. Ну, Алена, что ты, блин, давай это самое. Ну, блин, я ж не знаю, что она мне попалась под катушку. Что это самое? Как это самое? Как ребенок маленький. Ты просто удачу улыбнулась мне немножко. Тебе немножко повернулась попой. А мне улыбнулась, и тебе попой повернулась. Что это самое, Аленочка? Блин, у меня вообще хороший такой. Да покажи, что там у тебя. Кыш. Пробка. Как профессионал говорю, что пробка. Как чтобы ты нашел пробку. Как раз рядом. Да. Опа. Смотри. А ты говоришь пробка. Ты сказал пробка. Я говорил разу, что пробка. Да. Просто монета звонит вот 10 центов литовских. Они звонят так же, как и пробка. Ты что?
Сюрик. Это у нас 10 литовских центов. Вот такая вот монетка. Не так давно они ходили, были в обороте, но ввели у нас еврики, и теперь эти монеты ушли в историю. Десюлик. Ну лопату возьми, ё-моё. Ой, ну тут прям цаца такая. Как ты выкопаешь? Что там еще сверху лежит, что ли? Дай, я папа, дай папа возьми. Дай папа лучше сделать. Нет! Моё. Ну зачем ты поднимаешь такое-то корни всякие? Сейчас пол леса тут выкорчишь. Сейчас вон деревья попадают. Давай сюда это сам. Я папа сделаю. Папа умеет хорошо. Все, вот видишь, что делать. Что, Спанч Боба убил? Спанч Боба вырвал. Давай, Люнчик, покажи, что ты там находишь постоянно. Пробки всякие. Ну, папа! Да мы так полдня крошиться будем. Ну и хорошо. Да не здесь, вот здесь что-то, мы же выкапываем. Там просто рядом на счете, там может железный. Пин-код уже берет и железо, и ему все равно что. О, звезда героя! А-а-а, это этот самый негритенок, ё-моё. Тьфу, никакой негритенок, октябрёнок. Негритенок, говорю. Это же звезда октябрёнка, ё-моё, я во втором классе такой получал. Обалдеть. Ну, Алюнчик, на тебе, на брусь. Будешь как этот самый истинный октябрёнок. А как октябрята делали? Ну-ка, знаешь? Вот так делали пионеры. Значит, здесь ходили ребята, октябрята. Ну и, скорее всего, с классами в походы ходили. Здесь возле города ходили классы, походы и потеряли. А ты плакала, что я колечко нашел. Ну, вот тебе, смотрите, находки пруд. Звезда октябрёнка. Я такой только мечтал всю жизнь. Давай! Я думал, звезда героя. Давай сюда. Что там? Вон пробка лишь, да, вижу. На, Алена, попей водички. Алена, попей водички. Сразу видно, профессионал. Работает профессионал. Нет! Я тебе помогу тебе. Сейчас тоже будет тебе легко. Нет! Вон монета. Давай сюда. Цент. 50 центов. 50 центавриков. Алена, чемпион. Давай, давай, здесь монет должно быть, потому что, я говорю, здесь палатку ставили или машину ставили. Машины, скорее всего, загоняли сюда. На это место видно. Я в таких местах столько монет бывал, подумал, что ого-го. 50 центов литовских. Старого образца, самый первый, который вышли литовские деньги после развала Советского Союза. Вот такие вот 50 центов ходили в 91 году. Так, человек там опять, по-моему, что-то нашел. Человек постоянно что-то находит. Есть сигнальчик, да? Молодец, Алинчик. Солнце светит прямо в глаз. Мы поедем в Турмантас. Он весь пляж уже пережила. Давай, Аленчик, порадуй ребят хорошими находками. Здесь точно ничего нет? Нет. Вот здесь что-то есть? Тихо, убери. Как нет, я скажу. Нет там ничего. Вообще-то не ходит. Вот сигнал, вот. Здесь я знаю. Вот, а вообще отличный сигнал причем. Вот где мы копали, почему мы не пропустили этот сигнал? Мы же один отсюда копали уже. Тут полно сигналов, сигнал на сигнале. Давай, сам, пинпойтером проверяй, что ты там это самое. Что-то крутишь, мутишь, что-то там. Алюнчик, какие-то железки копает. Уже кучу железок каких-то накопало. У меня уже в руки болят камеру держать. Зачем ты железный сигнал копаешь? Мы тут здесь, если будем все железные копать, мы тут закопаемся. Копай цветные. Ты будешь заставать это, что там мы выкопали? Я не знаю, уже запарился с этим металлоскателем стоять. Тут-то ты там еще, ты можешь в одном месте выискать. Я уже все, я уже меня начинаю нервничать. Эти пробки копать мне тоже достало уже. Ты тянем, ты там, ты там. Ты один-то сигнал подостань, который. Вот сигнал. Две монеты у нас сразу, нифига себе. Ну-ка дай сюда. Красава вообще, блин. Рассыпушка. Дай сюда. Две монеты Алена вытащил. Сразу с одной ямы, смотрите. Два царик, еще один. И один лит. 20 центов показывать не буду, потому что мы уже 20-ку уже подымали только что. А вот литик, смотрите, какой прекрасный. Ну, довольно часто попадаются литы.
Но все равно приятно. Литик это и есть литик. Да я тебе говорю, рассыпуха целая была. Целая рассыпуха. Давай сюда ложи. Опять двадцарик? Да. Точно двадцарик. Еще один. Третий двадцарик уже. Третий. О, самостоятельно ищет. Меня уже сказал, отойди, папа, я буду сама искать. Давай, давай, ищи. Посмотрю, что ты без папы сможешь найти. Ты без папы даже в туалет не сможешь сходить. Ну что там, жопка? Покажи, куда ты бросаешь? Я тебя что, не учил, что бросать нельзя мусор? В карман. Учу, учу, все без толку. А откуда вы такие просята беретесь? Ну вот, кладоискатели, учитесь, как надо за собой ямки зарывать. Видите, как Алена аккуратно? А то даже взрослые мужики ходят и за собой ямы не зарывают. Даже ребенок понимает, что надо за собой ямки закапывать. Молодец, Аленочка. Дай я тебе пожму твою мужественную руку. Ти-дин, ти-дин, ти-дин. Ти-дин. Ти-дин, ти-дин, ти-дин. Сейчас что такое? Такой вот этот самый гриб какой-то, ну. Гриб, да, смотри. Конечно, не хитровка пища, стул бросает. Что, еще будешь копать? Ну еще один. Знаешь, мне понравилось. Человеку понравилось. А раньше я вообще сама первая просила. Куда просила? Домой. Да. Сейчас я не могу, я сам. Я хочу домой уже, она не хочет. Итак, а сейчас мы подведем итог сегодняшнего копа. Да-да. Да. Так, что я сегодня накопал? Ну хорошо, мы сегодня накопали. Отожди, отдай камеру. Да подожди, я пошутил, ё-моё. Вообще, ты нашел это тупое колечко твое-то. Хорошо, я знаю. Да ты накопал, я пошутил, посмотрел на твою реакцию, хотел. Мы сегодня нашли, Алена сегодня нашла. 1 литр, 50 центов, 3 двадцатки, десятку, 1 центаврик. Вот такой вот значок октябренка. И колечко нашел я. Нашел колечко. Ну, девочка как-то потеряла. Из киндера сюрприз. Да, она какой-то. Ну, это бижутерия, короче, обычно. А, еще пробки мы нашли себе. Такую вот кучу пробок. Нашла, о, как всегда. Алена, да. Сегодня. Алена сегодня потрудилась на славу. Вообще молодец. Молодчага. Друзья, всех, кому интересует покупка металлоискателей, кто хочет начать заниматься копом и кого интересуют старые карты, кто ищет старые карты, не может нигде найти, обращайтесь ко мне в ВКонтакте, ссылочка стоит в описании под видео. Ну, все, пока. Пока.